Оливье. Точно не Оливье? Забрала мою идею. Оливье. Прости, господи. Оливье. Картошечка. Оливье. Коронное блюдо. И большая курица запеченная. Мы же девочки, мы так не празднуем, как мальчики. А мы можем это переснять? Всем привет, друзья! Это Киев, Контрактовая площадь, и я приехал сюда, в самый центр города, для того, чтобы поинтересоваться у людей, есть ли у них новогоднее настроение, где они собираются праздновать Новый год, в Киеве, или собираются махнуть куда-то в другой город, либо вообще в другую страну, и какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе. Устраивайтесь поудобнее, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, и забирайте 2500 гривен по ссылке в закрепленном комментарии от партнера канала, первого лицензионного букмекера Украины Parimatch. Поехали! Есть ли уже новогоднее настроение? Есть. Есть? Отлично. А встречать Новый год будете где-то в Киеве, либо поедете куда-то? И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Наверное, это оливье. Так. Холодные закуски. И что-то вкусное, сладкое, там мандарин и торт. То есть все-таки до сладкого дойдет, да? Конечно. Хорошо, спасибо. Да, хорошо, да. И вам. Добрый день. Можно один вопросик вам? Здравствуйте, а вы какой канал? Мы блогер. А, блогер. Можно вопрос? Да. Скажите, у вас есть уже новогоднее настроение? Вы знаете, немножко есть. Вы сами для себя должны делать хорошее настроение. Хорошо, а встречать Новый год планируете в Киеве, либо куда-то поедете? Нет, в нашем родном Киеве, в родном кругу, кругу своих родных. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Боже, ну салат оливье – это коронное блюдо, как для меня. Холодное. Ну что еще? Ну картошка в духовке. Ну что мы еще можем придумать? Ну самое вкусненькое, чтобы закусить. Понятно. Спасибо. Боже мой, счастья вам и благополучия. И вам. И любви, любви. Спасибо. Вот какой позитивный народ. Добрый день, можно пару вопросов? Нет. А что ж вы тогда можете? Скажите, есть у вас уже новогоднее настроение? Так. А планируете встречать Новый год в Киеве или куда-то поедете? Куда-то поехали. А если не секрет, куда? Мы в Капани едем. Спалил. Да, мы планируем с моим хлопцем поехать куда-то в Карпаты. В Карпаты, хорошо. А, и последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Точно не оливье, точно не мимоза. Надоели? Це може бути індичка, може бути якісь овочі на грилі. І третє – це якийсь десерт. Дякую. Люди стесняются отвечать на вопросы. Видимо, думают, что я буду пытать у них что-то особое. А я просто хочу спросить про Новый год. Скажите, есть у вас уже новогоднее настроение? Нету. Нет? А почему? Новый год еще не пришел. Когда приходит, тогда и наступает, да? Скажите, а где вы планируете встречать Новый год? В Киеве, либо куда-то поедете? И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье. Прости, господи, родная. Ну, у нас чуть-чуть другие вкусы, поэтому оливье и холодец у нас не готовятся. А что у вас готовится? Ну, обходимся попроще развлечениями. Например? Да нет, мы стараемся делать каждый раз, чтобы оно не повторялось, поэтому я еще не знаю. А, каждый раз по-разному. Хорошо, спасибо. Есть у вас новогоднее настроение уже? Вроде бы как есть, я не уверен. Не уверен? А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Я живу за Киевом, так что буду вместе с друзьями встречать. Ага, понятно. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье, скорее печеная курица и третье блюдо на выбор для каждого. Вообще должны быть мандарины, хотя это не блюдо. Хорошо, спасибо. Скажите, есть у вас уже новогоднее настроение? Конечно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье. Обязательно. Оливье? Да. И печеная картошка по-селянски. Спасибо. Хорошего дня. Скажите, есть у вас новогоднее настроение уже? Конечно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? В Проворах.
Варвара, да, понятно. Рядом. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Курица, запеченное оливье и так. Шуба. Какой шуба? Шуба. Спасибо. Хорошего дня. А скажите, есть у вас уже новогоднее настроение? О, конечно, новогоднее настроение. О, да? Да. А где планируете встречать? В Киеве либо куда-то поехать? А, поехать. А если не секрет, куда? В Карпаты. Карпаты. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье, мимоза и мандарин. Спасибо. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? В принципе, да. Да. А где планируете встречать Новый год? В Киеве либо куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? О, утка обязательно или курица запеченная. Да. Это обязательно в порядке. Какой-нибудь тортик, что ли? Обязательно. До сладкого дойдет все-таки, да? Обязательно, а как же? Так, и? Ну мы же девочки, мы так не празднуем, как мальчики. Вот, и третье что? Ну, шампанское или вино должно быть какое-нибудь вкусненькое. Хорошо, спасибо. Скажите, есть у вас новогоднее настроение уже? Вообще. Уже есть, да? Тут только что появилось. Нет, было просто. Я уже корпоратив отметила. Все нормально. Понятно. Дед Мороз приносил подарки и дарил. Все хорошо. Здорово. Скажите, планируете праздновать в Киеве или вы куда-то поехать? Пока планируем. Хотим поехать, только куда? Может, нам контактики оставьте какие-то? Я не рекламирую ничего. Что рекламируете? Свой YouTube-канал, но это чуть попозже. Последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Красная икра. Так. Шампанское. Отлично. Самое лучшее. Оливье. Оливье. Спасибо. Шампанское, потом все. YouTube-канал «Русский в Украине». Друзья, чтобы вы понимали, я в двух перчатках, но у меня рука уже отстыла. Добрый день, извините, можно пару вопросов? Можно пару вопросов? Скажите, есть у вас уже новогоднее настроение? Новогоднее? Да. Да, фоки что нет. Нет? А скажите, встречать Новый год планируете в Киеве, либо куда-то поехать? Это так, питание задает, я еще не думал над этим. Ну, так всего, ну... Скорее всего, что так. Понятно. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Я вас прошу. Какие мини-блюда? Дивите, бачите блюда? О, на мене. Та что? Я не хочу обидатись, мне ничего не треба. Розумієте, я задоволений життям. Хорошо. В якому плані? У плані, що мені не треба там якісь особливі блюда і так далі, і тому подібне. Ну, звичайно, що будуть блюда святкові. Понятно. Спасибо. Та хорошого дня. А есть ли у вас уже новогоднее настроение? Не очень, я бы сказал. Ой. Понятно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве? Здесь, в Киеве. В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Ну, это по возможности. Но обязательно, наверное, оливье. Оливье, да? Все остальное опционально. Ну, все остальное это уже как, я не знаю, ну, по возможности. Можно и икру, там, ну, и пятое, и десятое. Понятно. Ну, тут, то есть, особых как бы традиций нет, да, чтобы что-то готовить? Ну, все стандартно. Какие традиции на Новый год? Ну, оливье, но я помню его с детства. Винегрет, оливье. Холодец. Что там еще? Может. Понятно. Это, в принципе, как бы и продолжается, да? Продолжается. Ну, холодец уже нет, как бы. Ну, это в основном как бы родители, бабушки таким заморачиваются. Ну, что-то попроще, как бы, если сами готовим. То, что быстрее, да? Да, да, да. Ну, холодец, это надо заморочиться. Сегодня. Ну, конечно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Хорошо, нет. Есть у вас новогоднее настроение? Да. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или вы куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Первое, что мне в голову приходит, почему-то это холодец. Второе, это салат, но не оливье. И третье, я не знаю, компот. Тоже блюдо. Хорошо, спасибо. Компот тоже блюдо. Скажите, есть ли у вас новогоднее настроение уже? Не очень. Не очень? А скажите, где планируете встречать Новый год? В Киеве, либо куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Это зависит от того, что человек вообще любит. Ну вот что вы любите, что у вас на новогоднем столе? Ну, я мясоед. Не мясоед. В случае это будет, да. Хорошо. Все мясные блюда. Не только. Хорошо, спасибо.
А есть ли у вас уже новогоднее настроение? Да, вроде нет. Нет еще, да? А где планируете праздновать? В Киеве либо куда-то поехать? Да, с семьей домой поеду, в Черкассы. В Черкассы. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Селёдка. Так. Торт. Торт. До сладкого дойдет. Что-нибудь мясное? Мясное. Хорошо, спасибо. А скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Ну, наверное, да. А где планируете праздновать? В Киеве, либо куда-то поехать? В Киеве. В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Селедка под шубой, оливье. Ну и, наверное, апельсины. Ой, ну и мандарины, что-то такое. Хорошо, спасибо. Добрый день, извините. Можно пару вопросов? Да, только очень быстро. А, да. Скажите, у вас есть уже новогоднее настроение? Нет, давно нету. С 14 года нету. Спасибо. Где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Дома, конечно. Дома. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? На которые деньги хватит. Спасибо. Пожалуйста. Вот так все. Грустно. Скажите, у вас уже есть новогоднее настроение? Наверное, да. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Наверное, в Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье. Оливье? Что еще? Ну, это Советского Союза еще. Мандаринки и шампанское. Спасибо. Шпроты. Шпроты. Спасибо. У вас есть новогоднее настроение? Да. А где планируете праздновать? В Киеве или куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Оливье по классике. Так. Мандарины. И утка запеченная. Спасибо. Хорошего дня. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Ну, в принципе, да. А где планируете встречать? В Киеве или куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Уточка. Из духовки. Так. Долма. И бифитер. Хорошо, спасибо. Бифитер тоже блюдо. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Конечно. Снег выпал, я кого-то может не будет. А если бы не выпал? Тогда уже было бы не так весело. Так, а где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Прежде всего, в Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Бутерброды, оливье або крабовье, ну и пюрешка с пеппи. Хорошо, спасибо. Хорошо, дня. Позитивный человек. Добрый день, можно пару вопросов? Добрый день, извините, можно пару вопросов? Нет, мы уже отмечали. Мне? Украина 24. А, не, я не Украина 24. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Новогоднее, конечно. Да, всегда, каждый год. Каждый год. Всегда замечательно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Поехать. А если не секрет, куда? На Святую Землю. Так, и последний вопрос. А какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? На новогоднем столе оливье, рыба, фиш. Опять да. По телеку? Что там третье было? И Наполеон. Спасибо. Хорошо, дня. Друзья, ну и дубак на улице, скажу вам честно, поэтому снять одним дублем опрос, как я это обычно делаю, не получится. Камера садится на морозе очень быстро. Поэтому я сейчас быстренько поменяю батареечку, а вы пока познакомьтесь с каналом о стране, где вечное лето. Автор этого канала Александр живет в Камбодже, женат на камбоджийке Эпи и воспитывает маленького сына Тимура. Он показывает жизнь в Камбодже изнутри, путешествует на мотоцикле по стране, рассказывает о национальных парках и делает обзоры на рестораны с экзотической национальной кухней. На его канале, который называется «Большая Камбоджа», можно увидеть то, что вы никогда не встретите в обзорах других блогеров. Ссылку на канал Александра вы найдете в описании под этим роликом. Приглашаю всех подписаться. Ну а мы продолжаем. Тут стали долбить. Добрый день, извините, можно пару вопросов? Спасибо. Интересно, если бы у людей не было причины «я спешу», что бы они говорили? Напишите в комментариях. И на эти самые вопросы, которые я сегодня задаю, тоже можете ответить.
Добрый день, извините, можно пару вопросов? Ой, я к вам подходил, по-моему, да, уже? Да, вы заходили, как я не разумею. Скажите, есть ли у вас новогоднее настроение? Есть. Есть немножечко. Чуть-чуть есть. Где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Дома с котом и собакой. Четвером будем. Четвером? Да. Хорошо. Никаких планов. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе у вас с кошкой и собакой? Оливье. Крабовый салат, сотка, салаты. Так. И что-то еще. Что еще можно добавить? Мандарины. Но мандарины это не блюдо. Нет, а что вы хотели с тобой? Да куча всего. Не, мы ходили с тобой оливье, крабовый салат. И пюрешечку, как гарнир. Пюрешечка. Короче, и пюрешечка. У нас этот каноничный, ортодоксальный Новый год. Мы решили в 2000-х в этом году откинуться. Понятно. Салатики, сняшки. Хорошо, спасибо, хорошего дня. И вам тоже. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Когда прохладишь есть такую площадь, больше появляется. До этого не было. До этого не было. Просто нужно гулять по центру Киева. Снег, да, добавляет, и вот атмосфера. Так, а где планируете праздновать? В Киеве или куда-то поехать? Ну, после Нового года планируем. А если не секрет, куда? Пока еще не решили. Понятно. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Это вообще, я не придерживаюсь этим традициям. Типа оливье там, холодец. А что у вас на столе? Что-то под настроение, не знаю, всегда по-разному. Всегда по-разному. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Есть ли у вас новогоднее настроение? Пока нет. А где планируете праздновать? В Киеве, либо куда-то поедете? Скорее всего, в Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Ой, интересный вопрос. Ну, наверное, там традиционно оливье, да? Так. Да не знаю, это все так индивидуально. Ну пусть будет оливье, селедка под шубой и картошечка. Хорошо, спасибо. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Есть, конечно. А где планируете праздновать? В Киеве либо куда-то поедете? Я приеду к родственникам. А если не секрет, куда? В Бровары, недалеко, Браво. Близко. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, шампанское, естественно. Какие-то фрукты. Так. Оливье. Понятно. Спасибо. Так, походу, нужно менять место дислокации, потому что здесь стучат дворники, там громко играет музыка. И мне нужно как-то уже будет скоро линять отсюда, потому что дворники приближаются. Добрый день, можно пару вопросов? Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Конечно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве, либо куда-то поедете? На Новый год в Киев, а дальше поеду. А если не секрет, куда? В Карпаты. Карпаты. И последний вопрос. А какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? На новогоднем столе? Ну, это шуба, селедка под шубой. Оливье, конечно. Третья мимоза, моя любимая. Спасибо. Хорошо дня. Добрый день, можно пару вопросов? Добрый день. Ну, давайте уже после Нового года. А у меня как раз новогодний опрос. После Нового года. Хорошо. Новогодний опрос после Нового года делать. Окей. У вас есть уже новогоднее настроение? Есть. Есть. Здорово. А скажите, где будете праздновать? В Киеве или вы куда-то поедете? Нет, мы будем праздновать дома. А дома это, ну, это в Киеве. В Киеве. Да. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, я не знаю у кого, а у нас будет холодец, оливье и большая курица запеченная. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Да. А где планируете праздновать Новый год? В Киеве либо куда-то поехать? Карпаты. Карпаты, отлично. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну так, то, что мило вашей души. А что в вашей душе мило? Пюрешка. Так. Квашеная капуста. Ну что, смешно? Я думаю, это будет добро. А скажите, у вас есть уже новогоднее настроение? Что? Новогоднее настроение. Не очень. Не очень? А где планируете встречать Новый год? В Киеве, либо куда-то поехать? Нет, не в Киеве. А если не секрет, где? В Умане. В Умане. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Шампанское, чай и торт. Это блюдо? Хорошо, спасибо. Есть ли у вас новогоднее настроение уже? Да, шикарно. А, шикарно. А где планируете праздновать Новый год? В Киеве либо куда-то поехать? Да где-то в пригороде, наверное. Угу.
То есть будете снимать там какой-то коттедж, да, или что? Да, друзья. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, первое, это оливье, это точно. Так. Потом еще... Да, оливье, наверное, и три заменят. Это самые главные новогодние салаты. Понятно. Спасибо, хорошего дня. Скажите, есть у вас новогоднее настроение уже? Есть. Отлично. А где планируете праздновать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? В Киеве дома, на Троещине. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Винегрет холодный. Винегрет холодный и еще. Ну, что-нибудь из квашеного. Спасибо. Хорошего дня. Радует, что некоторых людей мои вопросы заставляют улыбнуться. Есть у вас новогоднее настроение уже? Пока еще нет. Нет. А где планируете встречать Новый год, в Киеве, либо куда-то поехать? Вообще-то планируется поездка. Вот там и будет настроение. А если не секрет, куда? Ну, куда-то не за рубеж. А, где-то по еще... городам и весям собственной Украины. Понятно. И можно последний вопрос еще? Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Ой, вот это вопрос к жене. В принципе, я не такой привередливый. Ну, наверное, все-таки традиционные вареники из советского прошлого, оливье и какое-нибудь экзотическое сумасшествие, которое придумает жена. Я даже не представляю, что она может придумать. Каждый год что-то разное придумывает, да? Все время удивление. Хорошо, спасибо, хорошего дня. Всего доброго. У вас есть уже новогоднее настроение? Конечно! Да, да, да. Я вижу. Скажите, а где планируете встречать Новый год? В Киеве либо куда-то поехать? Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Шуба. Что еще? Оливье. И утка, наверное, запеченная. Спасибо. А еще холодец. Спасибо, хорошего дня. А скажите, есть у вас новогоднее настроение уже? Да. Сейчас закрывается, оно скоро уже будет. А где планируете праздновать? В Киеве либо куда-то поехать? Планую иду дома, в принципе. А где вы живете? В Черкассах. В Черкассах. И последний вопрос. А какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Если именно блюда, то можно селедку под шубой, оливьешечку и чем их разбавить таким для салата. Ну и борщ и мандарин. Какие-то закуски, да. Хорошо, спасибо. Хорошо. Всего доброго. Так, ну что, друзья, я сменил место дислокации. Теперь я вот здесь нахожусь, где у нас прогулочный каток новый. Пешеходная улица Сагая Дачного. И вот там, собственно говоря, дальше идет у нас Андреевский спуск. В данном случае подъем. В общем, с другой стороны контрактовой площади встал. И здесь гораздо тише, никто не долбит лед. Практически не слышно музыку, поэтому можно продолжать. Скажите, есть у вас новогоднее настроение уже? Есть, конечно. Ну, не у всех есть. Ну, есть. Вот смотрите, как в нашем районе красиво подготовились к встрече Нового года. Вот первый раз такие теремочки поставили, елочку такую сделали. Вот, и, ну, вообще все создает красиво. Настроение. Конечно, создает настроение. А скажите, планируете встречать Новый год в Киеве или куда-то поехать? Не, в Киеве. В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, мы как украинцы. Мы, как украинцы, это первое блюдо, это у нас холодец всегда. Так. Первое холодец традиционно, а второе блюдо – оливье. И третье блюдо – сладкое или горячее, или мясное, рыбное такое. Много-много всего, но самые основные всегда – это холодное и оливье у нас. Скажите, есть ли у вас новогоднее настроение? Да. А планируете встречать Новый год в Киеве или куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье. Это по-любому. А потом что еще? Ну, вот мама салаты готовит у меня. Понятно. Ну, наверное, шубы. Оливье. Понял. Хорошо. Что? YouTube-канал «Русский в Украине» называется. Да? А мы можем это переснять? Я снимаю одним дублем, поэтому, да? Увы, и нет. Да? Сейчас это тоже вот я тоже говорю. Ну тогда я хочу привет передать своей маме и всем остальным. Спасибо. Хорошо, спасибо.
да? Скажите, есть ли у вас новогоднее настроение уже? Нету пока. Пока еще нет. Нету. А, ух, быстро идете. Скажите, где планируете встречать Новый год? В Киеве, либо куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда обязательно должны быть на новогоднем столе? Ой, мандаринки. Так. Салат оливье. Для него, да, салат винегрет. Нет. Мясо. Мясо. В доме должны быть и мясные закуски. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Ну, коли я дивлюся на ці декорації, то так. А когда не смотритесь? Пропадает? Відносно. Понятно. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поехать? Ні, я сама не з Києва, я студентка, тому планую зустрічати Новий рік вдома з сім'єю. Так, и последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ой, оливье. Так. Крабовый салат. Так. И бутерброды с червоной икрой. 100%. Спасибо. Дякую вам. Хорошего дня. Скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Ну, почти. Почти. Скажите, планируете праздновать в Киеве, либо куда-то поедете? Нет, пока в Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Обязательно. Вот новый какой-то оливье с креветками. Так. Буду делать. Ну, что-нибудь с виноградом. С виноградом тоже? Да, да. Интересно. Вот. Ну, и не знаю, может, что-то традиционно там или курица, или запеченное. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. А скажите, у вас есть уже новогоднее настроение? Вот уже появилось. Уже... Как увидел елку и шарики, уже появилось. Здорово. А вы планируете встречать Новый год в Киеве, либо куда-то поехать? Ну, не в Киеве, в области. А, понятно. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Селедка под шубой, тещина блюдо. Так. Ну, котлеты по-киевски. Впервые, кстати, такой вариант сегодня. Оливье. Оливье. Спасибо. Хорошего дня. Скажите, у вас есть новогоднее настроение уже? Конечно. Здорово. А где планируете встречать Новый год? В Киеве либо куда-то поехать? Нет, дома у себя. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье, красная икра. Красная рыба. Спасибо. Есть ли у вас новогоднее настроение? Есть немножко, да. А вы планируете встречать Новый год в Киеве либо куда-то поедете? Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, я думаю, что это и мясное горячее должно быть. Я думаю, что оливье, почему нет, ну и торт. Спасибо. Хорошо, дня. Спасибо. Есть ли у вас уже новогоднее настроение? Конечно. Замечательно. А вы планируете встречать Новый год в Киеве, либо куда-то поедете? Нет, я с Одессы. А, и будете в Одессе, да, встречать? Да, дома, с домашним. Так, и последний вопрос. А какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Даже еще не было. Ну, может быть, есть какая-то традиция у вас? Утка. Утка, замечательно. В апельсиновом соусе. Здорово. Так, что-нибудь еще? Ну, обязательно оливье. Так. Вот я не знаю, как пойдет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. А скажите, есть ли у вас уже новогоднее настроение? Половинка на половинку. Понятно. А планируете встречать Новый год в Киеве или куда-то поехать? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Шуба. Оливье. Еще. Шуба, оливье и бутерброды с красной икрой. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Есть ли у вас уже новогоднее настроение? Да, есть. Нету? Нет. Что ж так. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поедете? Так, и после... Вы не вместе будете, видимо, встречать, да? Ну, мы еще думаем. Понятно. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье. Оливье. Так. Что-то селедка под шубой. Ага. Да. И... Пюре. И пюре. И бутербродики с икрой. Бутербродики. Спасибо. Хорошего дня. Есть ли у вас новогоднее настроение? Да, конечно. Да. Ну вот видите. Новогоднее настроение есть. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поедете? Я в Киеве. Я в Киеве. Так, и последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье, естественно. Крабовый салат, салат с курочкой и ананасом. Это мои. И мясо. Все, спасибо. Хорошо. А вы боялись. Хорошего дня.
А есть ли у вас новогоднее настроение? Уже есть. Понятно. А до этого? До этого не было. До этого не было? Нет. То есть все дело в глинтвейне. И подоле. И подоле. Хорошо. А вы планируете встречать Новый год в Киеве или куда-то поедете? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, на самом деле, можно по-старому. Оливье, шуба, холодец. Куда без этого? Но я думаю, в этом году обойдемся без них. А что у вас будет? Ну, сделаем что-то такое более европейское. Ну, например? Роллы. Роллы? Отлично. Не знаю. Но роллы это же... Без шубы обойтись нельзя. Не шуба очень европейское. Шуба это обязательно, я думаю. Так. Холодец, если будет бабушка, потому что я его не умею варить. Не знаю, я на самом деле не задумывалась. Есть ли у вас новогоднее настроение? Нет. Нет? А, жаль. Это блог есть? Да, это блог, канал «Русский в Украине». А, можете потом посмотреть. А, где планируете праздновать? В Киеве или куда-то поедете? Скорее всего, еще в Киеве. В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливьешка. Так. Бутеры с красной икрой, важно. И, не знаю, Ну, для мамы оливьешка, шампанское, все, конечно, ничего не надо. Бандаринки. Бандаринки. Хорошо. Бандаринки. Спасибо. Хорошего дня. И новогоднего, и праздничного настроения. А есть ли у вас уже новогоднее настроение? А, нет. Где планируете праздновать? В Киеве либо куда-то поедете? А, в Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, чувак, оливье слишком заезженное, я думаю, уже чересчур. А, ну, судя по сегодняшнему вопросу, да. Да, да. Тоже так думаю, да. Слушай, давай борщ. Так. Давай курица, запеченная, целостная такая. Так. И свининка с яблоком во рту. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. А есть ли у вас уже новогоднее настроение? Да, да. А где планируете встречать Новый год? В Киеве или куда-то поедете? На дачу. На дачу. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье. Так, что еще? Сейчас. Еще какие-то салатики и... Да. Мясо, не знаю. Понятно. Шашлык. Хорошо, спасибо. Хорошо дня. А есть ли у вас новогоднее настроение? Так, нормально все с этим. А где планируете праздновать Новый год? В Киеве или вы куда-то поедете? Я еду в Ровиду. Угу. Понял. В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Ну, оливьешка, классика. Так. Можливо, еще пюрешка с котлеткой, бо це дуже любить чоловік. І червона ікра. Понял? У вас? Я буду спати. Понятно. Хорошо, спасибо, хорошо. Есть ли у вас новогоднее настроение? Пытаемся его сейчас. Да, пытаемся его сейчас найти здесь. Получается? Понятно. А где где планируете встречать Новый год? В Киеве либо куда-то поедете? И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Шампанское. Шампанское, еще раз шампанское. Мандарины. Вот это блюдо. И мандарины. Хорошо. Спасибо, хорошо, нет? Скажите, есть ли у вас новогоднее настроение? Да, конечно. А где планируете праздновать Новый год? В Киеве либо куда-то поедете? Да, в Кашловке. Так. И в гостях. Костяк. Понятно. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Утка, оливье и бутерброд с красной икрой. Хорошо, спасибо. Да. Хорошего дня. А есть ли у вас новогоднее настроение уже? Нет. Нет. Сегодня буду настроение. Понятно. Поправляйтесь. Второй вопрос. Где планируете праздновать? Дома. В Киеве, да? Не, в Львове. А, в Львове. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Саладец. Так. Оливье. Вареники. Дякую. Хорошего дня. А есть ли у вас новогоднее настроение? Да. А где планируете праздновать? В Киеве либо куда-то поедете? Нет, дома. Ну, дома это в Киеве, да? В Киеве, да. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Панетон, кекс.
какой-то рождественский, возможно. Отбивные. Хорошо, спасибо. Хорошо, Ня. А есть ли у вас новогоднее настроение? Конечно. Як тільки сніг випав, так відразу появилося. Так, а до Глінтвейна не було? Це безалкогольно. Ми йдемо на роботу, у нас перерва. Отлично. А, скажите, где вы собираетесь праздновать? В Киеве или вы куда-то поедете? В Киеве. И последний вопрос. Какие три блюда должны быть обязательно на новогоднем столе? Оливье. Забрала мою идею. Так. Шуба. Шуба. И мандарины. Спасибо. Хорошего дня.